Умная. Это работа для тех, кто для фанатика. Ну да. Кто фанатеет, тем интересно. Тут надо знать все. Кто не фанатеет, тому не интересно. Все, припаял? Припаял? Все, припаял. Круто. Сейчас теперь смотрим, как она у меня подходит. Подходит? Ну еще бы, что бы она не подходила. Молодец. Вот так и будет. К началу. Сантиметр за сантиметром. Пол сколько запчастей. А ты чем гайку на насосе затягиваешь? На каком? А вот эти вот, которые... Руками. Только руками. Больше ничем? Нет. А знаешь почему? Резинку пережмешь, хана. Угу. Она специально здоровая, сделана, чтобы руками закручивать. Подожди, а вот там, где смесительный узел к коллектору примыкает, тоже руками? Все, где резинки, все только руками. Понял? Вон, я видел, знаешь, людей, которые, блин, подводку к унитазу вот таким ключом охуенно делают. Мы бы повыше все делать. Не-не-не, если я повыше сделаю, мне места не хватит. Ну, вот там, на потолок, вон место, полно. Ну зачем я же буду по всей комнате размазывать? Ты еще по лазеру, да? Конечно. Ну, она будет кривой. Вот некрасиво. Лазер. Луч. Все некрасиво будет все. Да-да. Сюда. Вот придумали чудо техники. У нас сваривается. Ну да. Класс. Классно.
на два шурупа прокручены, они должны это провалить. Вот так вот получается отопление котел, шток, распределительный узел, и все пошло дальше и дальше. Тамбур по пол. Банный туалет тоже. Теплый пол. И тут зал кухни. Вот. Что творится? Готов.